Давайте, сколько раз сделали? Молодцы. Сколько я раз получилось? 16. 16 сделал? Да. Молодцы. Сейчас давай доделаем. Дамир, сейчас следующее, смотри, действие. Лег пузом на табуретку. Сейчас я уберу. Да погоди, мат стелить, еще надо нам разминку довести полноценную, подготовиться. Разминка. Это такая, а? Разминка. Смотри. Тоже. Смотри, Дамир. Сейчас, Семен, сейчас будешь, сейчас смотри внимательно, Сема, смотри внимательно за мной. Легли. Вот сейчас надо упор на руках, подними ноги, Дамир, вот так в коленки ноги согни, подними. Посмотри на меня, вот так. И теперь начинай вращение ногами. Да. Тебе надо прям поднимать коленки. Вот так. Можно и так, да. Да натирай. Натирай что? Ты коленками не бейся об железки. Вот так не надо. А здесь тебе надо не на бедрах, а надо, чтобы стул чуть-чуть... короткая. Ну, ты, у тебя получится. Во-во-во, все. Ты руками не можешь достать разве? Нет. Да хорош. А как? Мне то же самое делать. Давай стоечки возьми. Мне тоже сейчас самое... то же самое будешь делать. Мне тоже стоечки. На всякий случай. Ты самый младший. Давай, упор получился. Ты можешь смотреть, чтобы упор прям лучше был. Подожди секунду. На секунду. Вот так упереть. Давай, упрись. Вот сюда. Нет, ты слишком сильно переваливаешь. Ноги надо поднять. Смотри внимательно, как я делаю. Пожалуйста, смотри. Семен, смотри внимательно. Я лег. Первый. Встал на коленки. На стул. Бедра не касаются стула. Дамир, смотри. Смотри. Бедра стула не касаются. Руками упер. Если не получается достать, кулаки не получается, кулаки стойки взял. Упер руками. Ноги поднял. И теперь поехали. Не заваливаю, вперед стремлюсь, держусь на руках. А мне тут таблицы бьют. Обо что? Стойки. Так я, ну, значит, убери их стойки. Либо ноги лучше поднимать. Надо смочь. Упрись кулаками. Ладно, хорошо, залезь выше, не на горло, залезь. Вот так. Ложись, кулаками уперся, и как тебе хватает вес. Поднимай просто ноги. Теперь выпрямил, согнул. Выпрямил, согнул. Иди. Давай, выпрямил, согнул. Да, 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 да. Дами руками упор надо обязательно сделать. Вот, ручками держись. Ножки подгибай в коленочках. Все, и поднимай вверх, старайся. Молодец, еще. Опять, да. А сколько тут? 50 раз, парни, поехали. Считай. Вслух считай, Семен. Я просто так тихо. Тихо считаешь? Молодец. Дамир, взгляд вперед. Ты перевариваешь назад, потому что у тебя... Да, да, да. Ты не рви, старайся не рвать. Не рви, не рви, не рви. Так быстро не делай. Зачем? Можно отдохнуть напротив. Нет, надо потерпеть. Надо... Живот. Живот. Очень сильно, да, это нагрузка на живот. Надо потерпеть. Давай еще сделай 10 раз. Если я не быстро буду делать, то вот. Ну, нет, смотри, ты переваливаешься по той причине, что ты держишься за табурет. Тебе надо упереться, да. Прям пальцами, то вот. Видишь? Все четко, только голову не вниз, а вперед тяни, да. Как можно вытягивайся, вытянулся и обратно скрутился, да. Стоечки возьми, если чувствуешь, что не получается. Сейчас Семену стоечки дам. Да, да что у нас маленькое? Как? Нормально все. Нормально все? Ну на всякий случай, вот держи тебе еще тоже стоечки, чтобы как у Дамирчика были. Будешь за них держаться. О, давай. Оп, только ножками не бейся. Ножки скрутил, поднял, да. Терпим, терпим, парни. Я уже половину сделал. Давай, 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 еще. Сделал, Дамир? Теперь садись на стул, на табурет. Пусть он пока наделает. Садишься, руками держишься. Табурет, сел. Ноги перед собой. И поехал. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Выше только, выше. Тело прямо должно быть. Не-не-не, не заваливайся. Нет, тело должно быть прямо. И делаешь. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. 50 раз выше ноги. Нет, тело прямо.
Погоди. Во, еще. О, стоп, прости. Погоди, выпрямись, 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 выпрямись. Во, во, поднимай. Поднимай ноги. Ну тихо, не-не-не, поднимай ноги, давай. Семен, так же, поехали. Раз. Я хочу бревно перепрыгнуть. Не, бревно пока прыгать не надо, это слишком большое расстояние. Пока просто спрыгни сюда. Вот, да, Дамир, делай. Семен, быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Молодец, давай. Садись, как Дамирчик. Они мне не нужны. Не-не, давай, 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 Дамир, ну что это такое? Ноги выше поднимай. Они мне не нужны. Спину прямо, они спину потом... прямо. Сейчас, Семен, погоди, я покажу еще раз. Смотрите. Спинка прямо. А сколько? Вот так, Дамир, спинка прямо, спинка прямо. 50 раз, поехали. Ноги выше, Дамир, ноги выше, выше, выше. А как? Выше. Один, два, три. Вот, вот так, да. Семен, носочки натяни, как Дамир. У тебя есть один тир. Нет, ты либо ноги вниз, либо спину прямо. Надо одновременно. Да, во, вот это правильно, да. Это ты как бы, ты можешь, знаешь как? Не растяжки. Да это не из растяжки, это мускулатура, брат. Это не растяжка. А, ноги держишь в высокий уголок, но ты можешь творчески, представляешь, ты вышел на перекладинку. А как? Вот если я вот так делал, это уже один раз? Раз, два. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Одна ножка одна, другая ножка другой, да. То есть кто-то сразу уходит в уголок. А, например, ты можешь. Встал, там на высоком или здесь встал, ножки, допустим, раз, тык-тык-тык-тык-тык-тык. О, видел? Ну, получается, я видел. Видел? Спину прямо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я сделал. Давай, делай. Делай ей выше ноги. Как? Выше ноги. Как понять? Выше ноги. Спинку прямо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давай. Не заваливайся. Это не растяжка, это мышцы. Живот, ноги, руки, спина. Давай, давай, давай. Сделали. 5 минут попить и умыться в туалет и готовься к отжиманиям. Готовимся к отжиманиям. А потом что, маты? Отожмемся, потом стелим маты, да, или ментики, фляги, сальтухи. Точно? Конечно. Если вы сейчас правильно все сделаете, я пойду возьму попить, вам 100 отжиманий. Отжимайтесь вместе. Общий 100? Счет 100. Общий счет, а Петр... как? Сейчас я покажу. Петр Владимирович на вас кофе. Слушает. Я хочу... Да? Серьезно? Это нам? Это? Ну я, блин, я не знаю, вам можно мороженое есть? Не можно. Да, надо бате звонить. Маловато. Говори. Не, ну сейчас мы разделим, если можно. Говори. Да мне сказать. Можно, я не болею. Фат говорил то, что... Нет, можно... И вот просто он хочет на низком турнике делать. Я хотел взять квадратики. Возьмешь? Чтобы, типа, сделать вот так вот. И встать. Ну, просто там нужно... Возьмешь? Квадрат, чтобы... Я понял, понял. Такая. Возьмешь, да. Тебе надо либо облокачиваться на квадратике, либо запрыгивать. Конечно, возьмешь. Мы так раньше диван ставили сюда и так делали действия на диван. Семен, слезай, упор лежа принять. Уже отжимание? Да. Рядом с Петром... Нет, да, вот здесь, стоп. 5 минут. Тихо, 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 тихо. Ну ты не пошел, не умываться, не сходил. Вы же в туалет не пошли. Вы же не пошли в туалет. Ты водичку попил? Да. Красавчик. Просто 5 минут, я говорю, вы могли пойти в туалет, там еще что-нибудь, да, такое, вы не захотели. Поэтому водичку попил, вкусно. С нами невкусно, а что с нами не объединился? Вкусная водичка. Ну, давайте, будешь звонить, мороженое спрашивать? Мороженое, если он тебе разрешит, будем кушать. На телефоне вкусно. Эй, а как же так? Без мороженого. Серьезно? Блин, я... Что, будем... А если мы дождемся папу, оно растает. Как вода будет там, да, мороженое? А вода невкусная. Парень, смотрите на меня, пожалуйста. И Дамир, и Семен, вам можно с коленок, но ноги вот так должны быть. Ручки вот так, и вы должны грудью ложиться в область между, чтобы не удариться, в область между рук. И тебе надо грудь ровненько выравнивайся, прям, стоп, ножки выстраивай ровненько, ляж, сейчас, ляж полностью, ляж полностью, ляж полностью, ляж, вот, поднимайся, вот так надо сделать 100 раз, понял? Конечно.
через 50 раз. Ладно, хорошо, каждые 25 раз у вас будет полный 25 секунд. Молодец, да, 4 отдыха, молодец. То есть, раз, два, 25, отдохнули и поехали дальше. Все, стоп, Семен, Дамир, общий, Семен, общий счет. Кто начинает? Ты будешь считать или Дамир? Дамир начал считать, давай. Не-не-не, не обманывай. Все, парни, поехали, считаем. Без обмана. Петр, кофейку взять? Парни, вам кофе не предлагаю, простите, вы еще юные, но могу водички предложить. Давай-давай, считай. Семен, считай. Отдых 25 секунд. Отсчитывайте в обратную и поехали дальше. Отдыхать лучше, я бы советовал вам протянуть ручки, я бы советовал бы вам так отдыхать, да. На меня что смотреть на меня, да? Что ты там не увидел? Давай, 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 парни, терпим. Быстренько, и то, мне кажется, 25 секунд отдыха вам очень много, да, Петр Владимирович, как думаешь? Если не будет отдыхать, то... Все, погнали. Погнали, все, погнали. Семен, у тебя батя военный, да? Нет. А, кстати, и друг. Его отец, я тебе рассказывал, глазы, ее корзины разные. Рассказывал? А я про тебя сказал, я говорю, а у Петра Владимировича, он у нас, ну, братан из кожи, пробовал себя в этом кожедельном деле. Как она, кожевенное дело. А он не из лозы, а, ну да, из лозы, из ивы. У тебя папа Семен корзинки бьет? Плетет корзинки, да? Да, я слишком быстро сделал. Ты нами слишком быстро сделал, да. Дамир, я бы советовал отдыхать в таком, в протягивании. Это мы еще только полтинник сделали. И то он какой-то не особенно настоящий, прям вот полтинничек. Или настоящий. Все, давай, поехали, поехали дальше, погнали. Да? Семен, давай, команду. Сейчас. Сейчас я встану. Твой счет? Да. А давай. Твой. Давай. Так, я возьму попить. Да это сейчас языком, уже легкотня осталось чуть-чуть. Если вы раньше закончите, пока кто ни ко мне подходите, Дамир, ладно? Счет. 67. Сколько тебе лет, Семен? Погоди, пока не пей, не надо, потом Погоди, ты только пил до отжиманий.
Прошло 5 минут, а ты все воду хлещешь. Вам сказали, к турникам пока не подходить, что из этого было неясно. Сядьте, потянитесь, спинку, ноги. Внимательно посмотри. Что, маты не стелите? Не знала. Вы можете маты стелить. Дамир, сначала давай Семену помогай стелить. Лады? Петров, может, кофейку все-таки? Погоди, Семен, не торопись. Сначала туда надо, вниз надо длинные маты. Сначала вот эти, которые Дамир сейчас тебе покажет, какие длинные. Да, помогай Дамирчику, пусть пока там, да. Так, что, новости какие, события? Да, да, все, как быстро началось, так быстро закончилось. Тут что-то подробно глядят. Это кадры, там танковые войска разглазывают. Как столько горы будут танковые. Ну, не ездить. Пани, так вы порвете, не надо так вытаскивать, не надо так. Слышите, надо тянуть туда, вдоль стены, зачем вы так тянете? Тяжелое вооружение, артиллерия, танки. Ну постели сейчас два это мата, да, Мир? Не надо. Постели эти два мата, потом еще достанете, постелите. Все спектакли. Конечно, спектакль ближе просто подвели. Какие сантиметры, чтобы Белгород мог подразделение кинуть. А что вы не под маленьким клиником не стелите? Вам не нужно? Семен, ты будешь просто лазить? А можно квадратики? Мне просто самому нужны яйца. Так тебе квадратики? Ты же говоришь, это квадратики нужны. Ну ты давай, определись.
Семен, пойдем пока сюда, Дамирчик, пойдемте, пока вы не определились, пойдемте сюда. Понятно. 4 миллиарда, да, там будут в офисе, где там 4 миллиарда рублей, чего, долларов нашли. 7. 7 уже нашли? То есть они клонируются. Пойдемте. Пока вы долго думаете, чтобы вам быстрее думалось, идите сюда. 24 июля я этот картофельный спас, да? Приехал. Ну вообще очень все странно. Смотрите, какая штука. Легли. Да, Дамир, прокачивает. Просто когда я прошу, вы не хотите это делать, а когда надо вам делать что-то уже нужное, вы почему-то перестаете. Смотрите, легли. Все, ложишься, ножки прям туда засовываем покрышку. Дамир, посмотри, пожалуйста, внимательно. Сейчас мы делаем 10 подтягиваний. Надо сделать. Давай, ложись. Я нарушу на 5. А ты ножки вот сюда положи, да. Да, да, да. Вот, ручками цепляйся. И давай, тяни себя, перепланируй. Вот это считается раз. Ой. Не бойся, не бойся, я с тобой. Давай еще, тяни себя. Дамир, помнишь? Поехали вот так. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Тебе надо, ой, грудью коснуться перекладины. Семену можно не касаться, тебе надо обязательно грудью касаешься. Нет, выше, грудью, да, выше. 10 раз делайте, потом 9 раз, потом 8 раз лесенка. Да, возможно, вы после этого сразу захотите стелить маты как надо. Ты квадратики себе будешь стелить, длинненькие. Семен определится, что он хочет делать. Дамир, аккуратно. Семен, погоди, не вылезай. Сейчас 9 раз надо делать. Не знаю. А ты 10 сделал уже? Да. Я половину, потому что... Просто он не до половинки, да, ой, не до целого. Можно побить? Нет, пока потерпи. Июнь, июль. Там 9 раз, так надо. А ты сколько? Вообще даже не начал. Оружейный рукопашный бой с оружием. Палкой, ножом. Это грудь у тебя там? Где завязки от шорт? Нет, грудь. Русская община, это вот эта вот организация, вот это. А кто это создает, все это организовывает? Краснов? Нет, там же приглашенный тренер, там вроде написано. Буза на берегу Волги, 21 сезон, стенка на стенку, город Энгельс, кемпинг, а где такой натура, что это кемпинг натура? На дорожером, там вот, на этих. Можно в туалетках. Давай, бегом. Только, ну нет, бегом, не, но не бегай, поторопись, но не бегай, ладно? Что в районе, где-то там, на косе, где турбазы, не знаю, домостроители. Ну да, там еще есть такое, забыл, как называется, там резные всякие эти, клаврат, перчатки, голень. А вот я тренера не вижу, чай в термосе, вода, перекус с собой. Там, ну, это, в посте вроде было, но он сейчас далеко куда-то убежал, я фотку сделал. Перчатки бокс, перчатки ММА, перчатки голени, а, защита голени, макет ножа, макет палки, это как, я не понимаю. Макет палки? Да. Ой. Ну, черенок. Макет палки. Защита паха. Макет палки, защита паха. Оружейный рукопашный бой с оружием. Ну, руку Краснова как будто приложил. Ну, этот. Два варианта. Либо шляпа, либо полная шляпа. Буза выглядит нормально. Просто Краснову-то разрешает. Его покойный сенсей, мне кажется, против был бы того наставника. Какой же система, а не буза. Да, да. Вот именно Рябков он не особо любит. Давай, Дамир, давай, давай, спокойно, спокойно. Че, Дамирчик, поедем биться стенка на стенку, 100 человек, 100 на 100? Поедем биться? Лагерь Натура. Турбаза Натура, 21 июля. Нет? А как это стенка на стенку? Ну, это несколько... Я понял, но... Как драться будут? Я имею в виду, честь чего? Просто гуляние какое-то. Чего 21 июля, что будет? К чему-то приурочено? Купальские дни, когда? 21 июля. Ламбо. Понятно, что ли, брать.
Ну там не по-настоящему, там больше будет такого. Я хотел бы... А что, про бабки там ничего не сказано, сколько взнос, вклад, нет? Чай с собой, защиту паха. Вернулся, красавчик. Давай, поехали. Защита паха и макет палки. Бесплатно поучаствовать в мастер-классе по русскому боевому искусству в зоне открытой площадки на берегу реки. Денис Антипов посвятил свою жизнь возрождению старых русских традиций. Денис Антипов? Ну-ка фотку покажи. У меня нет фотки, просто это описание. А, как-то если... Я знаю Дениса Антипова. Я вроде бы на Иволге его встречал. Если тот, он выступал на шоу «Таланты» в России, он там бревном горящим крутил. Сделал, да погоди, до нуля довел? Драмир, ноль, погоди, ноль, братан, минута вис. Погоди. Да. Ты можешь на передний вис попробовать. Да, вот он, да. Передний вис? Ну нормально, тогда нормально, вот он так сломался. Так передний вис? Да, только руки шире, пык, вытяни, ножками держись и поехали. Не, ножками упрись и поехали. Все. Потому что я вроде бы в 15-м что ли на его, ну откуда я его знаю, ну нормальный такой парняга. Он в клипе от АВЮ, помнишь, Сумецкая там, если видел, вот он там снимается. Он будет. Он крутил бурнос. Он будет? Он будет. Нормально. А кто пригласил? Неизвестно кто вообще. Ну вот, русская вообще, ну сразу. Ага. Все, держим. Семен, тебе еще подтягиваться, молодец, братан, терпи. Почему мне еще подтягиваться? Тебе надо, да, подтянуться 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 раз подтянуться, и потом 0, когда мир висеть, это нолик, это висеть одну минуту. Вот а так. Я подумал, что там на турнике. Нет, ты здесь полегче пойти, здесь легкотня же. Давай, Дамир. Сейчас 6 буду делать. Давай, Дамирчик, а сейчас упрись одной ногой, одну ногу подтяни к себе, пожалуйста. Нет, ну не так прям, да, поднимись только, поднимись. Нет, ты боишь, что она вот так не бойся, не бойся, не бойся. Все-таки, Дамир, надо было тебе стоечку было чуть-чуть вот сюда сдвинуть, к бедрам. Секунду, погоди. Руки отпусти, пожалуйста. Вот так, зависли. Давай. Отталкивайся от покрышки, отталкивайся. Куда отталкивайся? Туда. Вот ты на передний вис. Оп, нет, ты отталкивайся и упрись. Да. Давай, отталкивайся. Вот, тихо. Нет, упрись, ты не прям прыгай, ты просто отталкивай. Да. Держи. Не, держать надо, держи. Так мне тоже. Ты сейчас будешь делать, когда он доделает. Сейчас ты свой счет доделай, пожалуйста. Держи. Я знаю, что это трудно. Успокойся. А тем более. Еще упри с ногами, прям убирайся сюда. Как я должен потом? Да. Вот ты же сейчас держишь, как невозможно. Это без ног же вы говорите. Я зачем? Я не сказал без ног ни в коем случае. Одной ногой упор, одну ножку к себе. Вот. Поставь сейчас ее туда, а говоришь невозможно. Ставь ногу обратно туда и другую ногу упор. Я же не сказал без ног. Не-не-не, не так, убери, да. Давай, тихо, не так, давай, поднимай, красавчик, терпи, молодец. А теперь последний раз двумя ногами упри, стоп. Давай, пошел, держи. В голову подними, не упирайся в пол. Говоришь невозможно, да? Все, давай, набирай маты себе, как тебе нужны, потом с ним разберемся. Давай, Сем, продолжай. Сейчас успокойся, сейчас все будет. Ну ладно, побыстрее. По-быстрому, конечно. Дамирчик, вот даже смотри, даже можно было бы без поддержки держать. Все ребята молодцы. Как? Еще два разика. Раз, два, да? Сейчас еще один разик. Теперь погоди, ручки стряхни, сейчас будем висеть. Просто надо повисеть минуту. Дамир, ты же хотел мат себе для... Или все-таки элементы будешь в турнике делать? Я ему сделал. Ты ему сделал? А, красавчик. Спасибо. Да. Давай. Ножки ложи. Подтягивайся в половиночку и держи со всей силы одну минуту. Все, виси. Прям глазки закрой и про себя считай. 60, 59, 58, 57. Сам считай про себя. Виси. Спокойно.
Так, сколько еще осталось? 50? Я не считал. Не считал? Ну как будто 50 давай. Сейчас опять отдохни 5 секунд и опять внеси. Мы сейчас с 50 до 40 насчитаем. Так, по 10 секунд поделай. 5 перерывчиков сделаешь. Молодец. Ты как кто математику учил? Ну, считай. Да я сам просто. Сам дай. 5 лет начал. Я уже там такие примеры писал. Да? Там родители офигевают. Красавчик. Ну-ка давай нам.